Итак, друзья, всем доброго времени суток. Сегодня у нас понедельник, как обычно, full body. Сразу видно мое подзалитое лицо. Кушаем и собираемся на тренировочку. Перекус таксиста, чек. Так, у нас получается 200 грамм итальянских макарон, 200 грамм курицы в духовке с маслом, летний салат, да, знаю, без огурцов и виноградный сок. Точное количество калорий считать мне лень, да, и не вижу в этом смысла, потому что примерное значение я все равно знаю, и мой вопрос именно не в калораже, а в том, чтобы добить нужное мне количество БЖУ в сутки. Самый, кстати, интересный факт в том, что летний салат является самым бесполезным салатом в плане витаминов и микроэлементов. Конечно, в плане клетчатки, да, он полезен, но, тем не менее, чтобы получить нужное количество витаминов и аминокислот, нужно съесть в районе 2 кг помидоров за раз, 2 кг огурцов. Так что это просто клетчатка и ничего более. Если хотите именно есть более полезные овощи, ешьте морковь, болгарский перец и больше зелени. Это именно из тех, что более доступны нам. Я первый раз в жизни не размораживал курицу, закинул ее в духовку прямо мороженой. Просто облил маслом и полил сверху перцем и солью. Ну, конечно, потом перевернул, но, тем не менее, получилось намного лучше, чем если бы я ее размораживал. Для вас, но для меня период массонабора всегда самый тяжелый. Это даже не приготовить или купить большое количество еды, это именно съесть ее, потому что это занимает большое количество времени. То есть даже если это в меня помещается, такой объем, ну, это крайне долго. Это прям очень вымораживает, нужно сидеть просто и час есть. Нормально, что? Выбираем, что на тренировку взять. А. Не туда, показываю. Вставай, паспорт. Сегодня у нас сгибание бедро 5 по 6. Поехало. Главная задача при выполнении сгибания на заднюю часть поверхности бедра, в моем случае, это очень сильно натягивать носки от себя и не отрывая таз делать. То есть, если вы попробуете натягивать носки и не отрывать таз, в буквальном смысле просто 2-3 раза будет делать меньше своего рабочего веса. Ебать. Смит присед в наиполнейшую амплитуду, чтобы яйца провались. Нахуй. Знаю, как мне с рабочим весом делать. Я, в смысле, просто без веса уже падаю. Вертикальная тяга? Да. Вертикальная тяга, это также 5 подходов по 6 повторений.
По-моему, 65. Сейчас считаю, 65 вес. Да, сука. Послабее. Кого? 65. Отключать руки, плоть до того, что даже если ты используешь лямки, ты полностью отключаешь руки, даешь полностью напряжение в спину, практически вообще отключая руки. То есть ты, грубо говоря, чтобы задействовать спину, ты пытаешься дать напряжение на низ спины, на широчайшие, и при этом стараешься отключить руки. Грубо говоря, на тяге и вертикальной, и горизонтальной нужно стараться тянуть локти вниз, при этом не задействуя предплечья. Большинство людей делают в зале. Ну, типа вот так, чтобы плечи туда уходили, ломались, что ли. Ну, я так и делаю. Ай, бля. Ёбни. Бля, ебать, я сейчас, сука. Нормально, чё? Ванга. Так ему так делают. Ты такой. За такой. Нормально, ты уже вообще не снимаешь. Прошлый понедельник 50 на 8, и думаю, сейчас попробовать 60 сделать на 6. Получится или нет 5 подходов шлепнуть. Сейчас посмотрим. Что-то 60 вообще легко подходило. На 65 часов. Я 60 сделал вообще на 7. И то эти 7 легко почувствовал. И вот здесь все разрывается, и надо в Германию лететь, зашивать все. А я обосрался, в итоге 65 на 5 сделал, надо дальше 60 делать на 6. Слушай, дальше тяжелее будет. Дед, короче, вообще в край шлепнулся, я, оказывается, сейчас не 65 делал, а 70. Хотел 65 на 6, в итоге 70 на 5 сделал. Ладно, ну, я 65 поешь, наверное, на 6 сделаю. Сделаешь? Все, с кайфом тогда. Ай, малышка хорошая такая. We go gym! We go gym! Now! Хорошо вообще. Не разворачивай их. А полностью опускай до низа прям. Че, как ощущение, пробил? Хуйня, ёпта. Покажи бицепс. Йоу. Это уже никак не ворот. А это круто. А что ты говоришь, ну блядь, первый курс аксиметолом, говорит, страшные вещи перед, блядь. Ну ничего, сейчас. Нам дать типа, блядь, купим нахуй заправочку, блядь. И нормально, чё, с аксиметолом. Ты моя всё, радость. Всё, вырубай хуйню. Илья, он говорит, что ты вот на курсе начаришь, титьки чесаться начнут, тут вся хуйня. Говорит, ко мне придёшь, я тебе там дам кое-что, ебанёшься, говорит, дальше продолжишь хуярить.
fucking make it, bro. That's it. Руки, даже без лямок, и охуенно чувствовать спину. Ну, я как Стас буду продолжать вот так вот делать. Анализ техник, чё? О, хорошо вообще чувствую яйца. Сколько смотрел, что тестостероны бустеры, что ашваганда. Единственное, чего они могут тебе поднять тестостерон, это если твоя норма упала. То есть, ну, максимум твоя норма поднимет, но выше не сделает. То есть, у тебя просадки... Твоего тестостерона начали, что он твой поднимет, а остальное не будет. Ну вот для этого я и покупал же, чтоб у меня... А у меня на все нормально, чё? У меня вот на все такая реакция. Чё, махи стоя? Чтобы убирать вот этот грёбаный срез. Марк нашел себе хорошую гантельку, собственно. Есть.